будьте внимательны, следите за своей черепной коробкой. Мы в дороге, поворачиваем на первую трассу US1, микрофона пока не доставали. Вот, решили поехать объездным путем, по крайней мере, 200 километров по проселочным дорогам. Очень красиво. В прошлый раз я не сделал первый обзор при заходе. Сейчас нужно будет исправить положение. Мы в Джексонвилле уже. 6 часов пролетели, как 1 минута. Сейчас я зайду, поснимаю сразу же. Первые впечатления о доме. Пойдем, вы вместе со мной будете. Окей? Сейчас пойдем. Сейчас я открою свой чемоданчик. Глядите, какой чемоданчик. Что у меня здесь? Вау! Вот, диджаечки мои. Вот они. Вот они. Отрабатывают на все 100%. Смотрим, что здесь у нас типа холл. Телек, камин, Валерий, здравствуйте. Вау! Вау! Вау, Анастасия, Евгения! Вау, ну пойдет. Такой холл. Или это обеденная зона. С выходом на подогреваемый бассейн. Хотя тут 30 градусов на улице, я не знаю, зачем тут подогревание нужно. Чего там, Настя? Вау, вау! Лондри, смотри-ка, все в кофелечке. Но это круче, чем Майами, ребята. Однозначно, я вам скажу, сказать, Майами. Вау. Как бы это. Как бы то. А это что такое? А, все, я тогда тоже там в Майами были такое, видели. У них, видимо, везде такая тема. Пакман. Все, сейчас будет тут заруба. Ого! Не, ну шикардос, ребят, шикардос просто, 1500, с носа по 500. Опять в телевизоре будете, а? Денис так хотел в телевизор, подписывайтесь на него. Я как заведу канал. Лайк, подписка, колокольчик. Ну шикарно, да? А, что здесь? Это туалет. Туалет. Кофелечек, все нормально. Одна комната вот такая. Везде, естественно, телеки. Вау, ну шикарно. Ребят, чтобы вы понимали, запаха никакого нет, ни с затхлости. Это мастер-бедрум. Включил на 0,5 с мастер-бедрум. На мастер-бедрум, мне кажется, сейчас мы будем драться за мастер-бедрум. Бассейн на фото был закрыт, а сейчас не закрыт. Ну да, как бы чудища хотя бы нету. Ну вода, конечно, это песня. Вода – это песня. О, ящерица, Саш, смотри на заборе. Вон на заборе, вон она. Видишь? Вот их даже две. Вот, видишь, сидит? Где? Вот сидит, вот. Вот это их гнездо. Вон она, вон она. Вот они сидят, две. Все, все, отойдите, 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 не пугайте. Тут и змеи же могут быть. Но двор, конечно, так себе. В Майами, конечно, двор был гораздо веселее. Но зато дом. Зато в Майами дом был гораздо хуже. Кофе, ну-ка, где-то шаты должны... А, ну вот они. Несколько шатов, кофеечек можно. Женечка, где ты предлагаешь быть? Или что мы, как мы будем? Так здесь Денис будет играть до ночи. Как он будет шуметь? Итог, пока очень круто, мы довольны все. В общем, пойдем заносить одежду и планировать, что будет дальше. Что, в телевизоре будешь, да? Мы 30 минут от океана. Это не очень хорошо, но дом гораздо круче, чем в Майами, однозначно. Бассейн хуже, двор хуже, улица такая же, наверное, ну, именно преддворовая территория. А в целом нормально, кайф. А сейчас спланируем, что делаем, и вперед заканчивать этот день. Вышла моя киса. Вот, собственно, улица. Диванчик вот предлагают.
забираем вот это. Кстати, вот что у нас набор. У нас работают DJI микрофоны, DJI палка такая. Там у нас вот такая палка для GoPro. Собственно, само GoPro. Десяточка. Для него поплавок я взял вот эту штуку. Крепление. Это тоже от DJI. И чарджер. Три батареи на GoPro. Собственно, вот такой вот наборчик мы с собой таскаем. Ну и два Pro Max на страже. Хорошие картинки для вас. Вот. На океане поснимаем на этот. Мы передаем вам привет из Джексонвилла, штат Флорида. Ну, конечно, американский стол. Держите, вот курица, фрукты, какая-то вот это вот, непонятно, что это. Самое главное блюдо на сегодня. Но это быстрый приезд был. Вот оно. Курица-гриль, ё-моё, из ленты. Покупались, завтра нам скинули две локации пляжа. И мы поедем на пляж. На пляж! Один пляж, прямо можно подъехать на машине, прямо до зоны воды. Но надо ехать 4 на 4. У меня 4 на 4. Все залезут ко мне, все 12 человек, и поедем. Так что смотрите, завтра выпуск. У нас, кстати, Полина болеет. Температура 38,4. Это какой-то... Я не знаю, почему так происходит. Мы когда уезжаем, в Майами мы были, она заболела. И здесь сейчас она тоже заболела. Ну что, друзья, мы на берегу Атлантического океана. Атлантика, город Джексонвилл. Приехали на один из пляжей, особенность которого, да, что можно приехать прямо на машине береговой линии. Вода холоднее, чем в Майами, но большой плюс, что почти нет волн, очень маленькие волны. Это круто. Песок твердый, поэтому машины без проблем могут стоять. Я думаю, что можно пройти прогуляться вот до тех камней. Мотивационное послание с берега Атлантики. Умейте мечтать, не ставьте рамок в своей голове, расширяйте свое мышление, расширяйте кругозор, расширяйте круг общения, старайтесь дотянуться до тех людей, кто что-то уже сумел, кто в чем-то преуспел, кто мыслит позитивно, мыслит мышлением веры, мышлением старания, трудолюбия, что все зависит от нас, и это правда. Если ты можешь это представить здесь, скорее всего, если ты приложишь усилия и труд, это сможет быть. Поэтому не останавливайтесь и сильно не заслушивайтесь тех, кто говорит, что у вас что-то не получится, или такого не может быть, или тебе бы лучше этого не делать, и так далее, и тому подобное. Все, будьте внимательны, следите за своей черепной коробкой. Друзья, сейчас очень важная информация для тех, кто планирует переезд в Соединенные Штаты по запросу политического убежища. Хочу сказать, что это не шутки, это не хайп. Когда ты запрашиваешь политическое убежище, тебе необходимо предоставить кейс. Кейс – это доказательство твоего страха или твоего преследования в той стране, где ты жил и откуда ты приезжаешь. Я заметил, что много людей, они имеют искаженное понимание того, что такое кейс, а некоторые вообще не имеют никакого понимания. На самом деле это плохо, и я рискнул это исправить и, так сказать, собрать кусочки пазла в одну общую картину. 5 месяцев назад я предложил людям провести со мной разговор, тематический разговор на тему, что такое кейс, его устройство и доказательная база. Это не консультация, я не имею права давать консультации, я назвал это тематическим разговором. Я совершил более 200 созвонов и имею 100% положительные отзывы. Вы можете наблюдать их сейчас здесь. Вы можете написать мне в личное сообщение и договориться со мной о созвоне. Я вышлю вам условия, тем самым вы сможете поддержать меня и мою семью, а я уверен, что смогу передать вам очень важную, крутую информацию и сэкономить вам время и ваши деньги. Чуточку мы побыли, поехали домой, там девочки мои там остались, Поля, потому что болеет. Женечка сюда не ездила, но температура у нее уже лучше, не поднимается. Из машины американцев играла сейчас музыка, не успел он заснять тату. Я сошла с ума на английском. Такая тема. We'll be right back.
Идем есть мороженое в том ларьке. Нам скинули, что здесь вроде как вкусное мороженое. Америка вообще странная, что на такой большой город люди приезжают в одно место там поесть мороженое. Единственное, посоветовали, сказали, что не брать большие порции. Вот, поэтому постараемся не брать большие порции. Довольный слон. Ну-ка пробуй и скажешь как. Вкусно. Пикант для пикантной дамы. Каждый раз я отсыпаю комплименты моей даме. Идея в чем? Идея в том, что маленький размер стоит 6,50, а средний размер, это вот как у ребят, стоит 7,40. То есть, грубо говоря, даже на 95 центов, ну, плюс там такси, а получается там размер как бы x2. И, а если ты, я представляю, что если взять ларч, там, наверное, будет как локоть мой, просто вот такой вот. Вот такой мой, кстати, видишь, мышцы какие, а? Настройки накачал. Дети устали, поедем сейчас домой, тут пройдемся, может быть, еще вот в один парк здесь зайдем или не зайдем. Сильно они утомились, видимо, за сегодняшний. Я жду твое мороженое с кусочками фруктами, банана какой-то. Хочется сказать, что мы в Шарлотте. В хорошем месте, мы еще раз убеждаемся, прекрасная природа, атмосфера, уют, чистота какая-то, да, Джи? Нам нравится. В плане аптауна вообще вопросов нет, людям вопросов нет. Все равно здесь города южные, они все-таки имеют свой окрас, да, вот этот вот, свои особенности, специфику. Поэтому, как бы, надо прям это любить. Но Майами, это круто, из южных. Я так и хотел, много фруктов, чтобы не было сильно это, сильно приторно. Когда люди живут в гармонии с природой, с дикой. Вот белочка, пожалуйста. Раз, полезла. Банкиры, все самые большие здания у банкиров. Тут вот Америка банк, соседним был, Wells Fargo. Кто-то мне сказал, что в Америке рулят банкиры. Итак, я вызываю тебя. Экспектру потрогал. Потрогал. Экспектру потрогал. Я колдую. А, ну не, лайтово, лайтово. Экспектру, экспектру. И моя красота. Мы добрались до Чарльстона. Остановились вот на такой парковочке. Мы уже научены таким моментом, что в историческом центре, если вставать возле набережной сразу, возле пирса, то там рядом нет кафе. Придется очень долго идти. Мы тогда обожглись так, поэтому сейчас проехали чуть дальше. Остановились, ждем третий экипаж. И пойдем походим здесь по улочкам, поснимаем и покушаем. И двинемся дальше. North Carolina. Шарлотт, вперед!
A food pasta? Yep. For me? Wow. Ого. Ого. Thank you. Идея была сесть нормально на большой стол, но почему-то здесь в Америке очень все сложно с пересадками, я не знаю. Просто чтобы пересесть, они вообще не понимают, что нужно сделать и почему это происходит. Но в итоге мы добились все равно. Мы заказали по отдельным столам, а сейчас вот ребята подошли. Вот сейчас мы рокировку сделали, девчонок отправили за стол, там 12 человек с детьми, а сами здесь втроем. Короче, продолжаем. Меня-то уже принесли. Просто вот так, бах, 96. Это за салат с грилем, салмоном, кофе. Причем кофе просто черный, с молоком рядом молоко. И картошки детям. Ну, это вот типа моя паста. И сразу погнали. Здесь вот общий тотал, тут же сразу таксы, налоги, тут же вот это. И сразу они, чтобы ты, как говорится, не забыл, 20% сразу вшили. Вот, вот 96, пожалуйста. Короче, капец. Bank of America, помогай. Олет, смотрите. Такой. Ну такой, как бы передать. Он не грязный, нет, он просто такой, блин. То есть тут и так темно, но 0,5 будет. Смотрите, теперь выход какой. Где мы выходим? Бах. Ну вон там пошла кухня. Это только американцы, наверное, так могут придумать. Вон там все. Движ идет. Слышишь, ключи, тут же выходишь, идешь направо, выходишь вот сюда вот. Вот. А что ты одна сидишь, глаза такие, а? Не, а нос. Нос, короче, у нее забит, из-за этого глаза красные, а температуры уже нет. Это просто Европа. Я не знаю, как передает это все или нет. Посмотрите. Любимой заправки, заправочной станции Lowes. Полный бак 61-41, 16 галлонов по цене вот этой. 89 я заправляю. Почем час клининга? Дорого. Айтишник, вот, разработчик NordVPN. 143 тысячи пользователей на данный момент, меньше чем за год. Вот, поэтому, если вам нужна VPN, это бесплатная реклама, это вот к Валере, NordVPN. Кстати, крутой VPN, почему? Потому что у него, у единственного, есть разделение трафика. Лично видел, пруфы есть, что люди спрашивают у него, другие разработчики: слушай, а как вы так сделали? Аналогов в мире нет, поэтому вот знаком с будущим миллионером. Да что с будущим миллионером? Я сам будущий миллионер, чем мне знакомиться с ними? Поэтому... Моя, это лицо. Значит, это конец путешествия, если мы на диванчике вот с такими глазами. Жестко устали, съездили. В общем, смотрите ролик. Полина, пока.